Ну что, говори. Мы приглашаем вас на встречу в эту субботу, 21 числа, в 12 часов в районе Казимеш. Нашли мы место, где мы будем. Время нашли. Да, время нашли. Время у нас будет с 12 до 2. Это как бы официальная часть, а дальше... Дальше как хотите. Знакомьтесь, общайтесь, куда-то идите, оставайтесь здесь. Место без, ну, наше присутствие здесь абсолютно бесплатное. Единственное, что ну, на баре надо будет взять там чай, кофе. То есть, как бы, ну, такое. Не спиртное, пожалуйста. Ни пиво, ни вино, ни ничего крепче, ничего, пожалуйста. После двух, после двух делайте, что хотите. Да, гуляйте как хотите, но мы встречаемся общаться, знакомиться и ну, не застольничать. В общем, мы вас приглашаем. То есть сразу такое, это нельзя, это можно. Мы вас приглашаем. И ждем вас. Да. Что там? Ну, чтобы, да, и те, кто еще не записался или все еще или хочет еще, но те, кто не прислал нам письмо, напишите нам письмо, укажите свой, пожалуйста, электронный адрес, куда писать, и ваш тема телефон. Встреча. И тема, да, встреча в Кракове. Большими буквами. Да, большими буквами, чтобы мы просто, ну, нам было легче найти в потоке писем вас. Да, ну да, из тысячи. Значит, в принципе, да, пришлите под этим видео, в описании будет почта, напишите, что вы хотите прийти на встречу, мы вам скинем адрес и, ну, еще раз подробную информацию в письменном виде. И мы ждем всех, и поляков в том числе. Обязательно, да. Какая наша встреча без поляков? Да, мы же приехали все-таки тут ассимилироваться, поэтому хотелось бы... Да, welcome. Да, welcome. А как, запрошаем? Запрошаем.